Дорогие друзья, вы знаете, для нас сегодня, конечно, очень волнующий день. У меня пересохло немножко во рту, но это все пройдет. Сегодня мы перелистнем несколько страниц нашей биографии. И вы скажете, 5 лет. А почему 5 лет? Потому что в таком составе, в котором мы сейчас представили перед вами, мы всего 5 лет. А наша история начинается с 1974 года. И я вот здесь пометила, сегодня мы перелистаем некоторые страницы. Вроде возраст малышковый, но это лишь юбилей нового состава. По праву истоками нашего коллектива можно считать 1980 год. Тогда на первом фестивале «Калачинские самоцветы» на острове Калач все хоры участвовали города и района. И что очень памятно, что поднимался флаг этого фестиваля. А в 1988 году
в моем дипломном концерте участвовало 3 хора. Хор ветеранов педагогического труда, академический хор и старший хор Калачинской музыкальной школы. Это было где-то около 80 человек. Комиссия института была в восторге. Вот мне только держать, я лучше так буду. Слышно будет, Лидочка, подержи меня. Которые в заключении исполнили песню, называлась омского композитора Александра Толстобокова, «Песня и революция», а солировал нам Николай Абушенко. В 1990 году, 40-летие победы, в районном доме культуры выступал сводный хор учительства школы города, где звучали песни и стихи в исполнении чтецов и солистов. Примечательно, в хоре были мужчины. И как сейчас помню, вот прямо запомнилось, Геннадий Иванович Киреев, Николай Николаевич Яковлев и еще много. Вот, просто сейчас уже по фотографии, там такая фотография, что так не очень поймешь. А неизменным аккомпаниаторами были Виктор Андреевич Хомяков, Александр Иванович Ханжин, Сергей Павлович Ведяскин, Александр Николаевич Кириллов. Это был такой поклон великой победе. И хочется сказать, вот в связи с этим, когда пели хоры, что нет на свете лучшего инструмента, когда хор возвышенно поет. И на этой певческой дороге нам очень помогали профсоюзные лидеры. Антонина Максимовна Дьякова, Нина Степановна Мотовилова, Надежда Ивановна Лукашова. А активисты хора даже были награждены путевкой, куда вы думаете, не в Зеленую Рощу, а в город Новороссийск. И это было такой неожиданностью, когда Антонина Максимовна пришла и вручила нам эти путевки полностью, ну как не полностью, но где-то 20 с лишним человек. И вот наступили лихие 90-е. Вдруг хоры замолчали, но ненадолго. 31 января 2011 года состоялась первая встреча клуба ветеранов педагогического труда в Центре социальной защиты населения. С той встречи начался наш творческий путь. Мы возродились благодаря бывшему директору Дома учителя Ольге Викторовне Курте и при, как говорится, заинтересованности руководителя Центра социальной защиты Зои Васильевны Морж. Зоя Васильевна приобрела пианино. Мы занимались в зале центра, готовили мероприятия для сотрудников. Наш вокальный ансамбль сплотился и в канун годовщины победы пополнил свои ряды. Первый дебют хора вот в таком составе, в котором мы сегодня, состоялся 13 марта 2015 года. В концерте приняли, и надо сказать, что не только вот наш хор, но приняли участие и учащиеся детской музыкальной школы, ученики, вот кто помнит, гимназии, мальчики читали. Вот. И наш первый чуткий концертмейстер Татьяна Анатольевна, которой мы, конечно, безмерно благодарны, вот она не смогла сегодня приехать. Волнение было на пике в тот день, но мы очень старались. Читали стихи Нины Черновой, Галины Лис. Активное участие приняла Нелли Павловна Крякова. За 5 лет нашей творческой жизни мы сделали большие 3 программы. «Поклонись им, Россия», «Здравствуй, Омск» и «Любимый наш город» Калачинск. С этими проектами выступали перед учащимися школ города, в музее, в библиотеках, выезжали в Орловку, Ивановку, Куликово, Глуховку, Индейку, принимали самое активное участие в районных мероприятиях, в областных конкурсах. И этим самым мы очень гордимся, что мы продолжали традиции того хора академического, который пел в 80-х годах. А в том, что у нас есть костюмы такие красивые, мы благодарны главе Калачинского муниципального района Фридриху Александровичу Мецлеру, председателю районного совета ветеранов Галине Николаевне Радченко, председателю комитета по культуре и искусству Лене Александровне Ковалевской. Мы благодарим Юлию Ивановну Бутову. За что?
который всегда дает нам транспорт на поездки, на концерты, не только по Калачинску, но и в Омск, в филармонию. Мы очень много ездим. А на посещение, да, на которые мы ездим концерты, я вот здесь написала, думаю, кого я еще забыла? Я забыла еще Ольгу Ивановну Станчаш, что мы всегда тоже ездим с ней на концерты. А начали певческие, певческие коллективы начали возрождаться благодаря конкурсам, организованным Натальей Александровной Шульбой. Да. Участники этого традиционного уже конкурса радуют нас современными программами, открывают талантливых исполнителей, чтецов. Ну, а мы, ветераны, нам такую честь, как говорится, всегда представлять, что мы эти фестивали открываем. И сегодня мы собрались в этом зале. Я очень рада, что вы пришли, как бы делать такой, себе устроили юбилей, чтобы вы, вас порадовать, что мы накопили, как мы сегодня будем. Вот, ну, должно у нас все получиться, Ильичка. Художественный руководитель хора Лидия Александровна Андреева и концертмейстер Наталья Дьякова. А сейчас слово предоставляется председателю комитета по культуре Гене Александровне Ковалевской. Добрый день, дорогая Лидия Александровна, уважаемые участники нашего замечательного хора ветеранов педагогического труда. Вы знаете, когда мы говорим «ветераны», мы всегда представляем таких уже зеленых, сединой, красивых ветеранов, с тросточками, да, старенькие. Какие ветераны? Посмотрите, они молоды, они молоды, они красивые. Но, тем не менее, всегда, вы знаете, вы не просто ветераны, вы пример для многих-многих людей. Пример тому, как нужно, уже выйдя на заслуженный отдых, в вашем таком очень красивом возрасте, он называется теперь элегантный возраст. А на самом деле, а кто скажет, что он не элегантный, да? Глядя на них, это самые элегантные женщины нашего района, наверное, потому что, посмотрите, какие красавицы. Так вот, вы являетесь примером тому, как нужно не зацикливаться в своей жизни, не оставаться дома, а выходить на сцену, выходить к людям, радовать других людей, радоваться самим и продолжать жизнь активную, яркую, творческую. Лидия Александровна, ну успокойтесь, пожалуйста, да, немножко от своих. Вот именно. Лидия Александровна, дорогая, мои, вот люди уже старшего поколения, мы все старшего поколения люди, да? Мы помним прекрасно тот замечательный хор, академический хор, который был при Доме Учителя. Если помните, уважаемые педагоги, у нас был Дом Учителя, который располагался в гостинице напротив детской музыкальной школы. Хором всегда руководила Лидия Александровна. И вот, знаете, на самом деле традиции те сохраняются. 5 лет вроде как много. Малышковый возраст, совершенно верно. Мы отдохнули после тех бурных 80-х годов. Вы немножко успокоили свое мироощущение, наверное, просто для того, чтобы собрать новые силы, новую энергию. Вы знаете, уважаемые земляки, уважаемые друзья, ведь это очень творческие люди. Они не просто поют песни, они не просто говорят о очень важной теме, очень важная сейчас тема, вот мы когда говорим про патриотизм, вот это самые настоящие патриоты нашего города, нашего района, нашей страны. Сколько у них патриотических программ? Сколько концертов было. И это же не просто так.
это настолько прочувствовано сердцем, настолько прочувствовано душой. И когда вы говорите об этом, когда вы читаете свои собственные стихи, когда вы читаете свои, вернее, поете свои собственные песни, это всегда настолько проникновенно, настолько вот каждое слово выстрадано, что, ну, знаете, уважаемые, дорогие мои, каждый концерт – это определенное открытие. Потому что вы открываете свою душу, и человек, пришедший на ваш концерт, он не может не сопереживать вам. И поэтому каждый концерт ваш очень значим. Я хочу сказать, что с каждым концертом ваше мастерство растет. Лидия Александровна очень строгий такой человек. Она всегда очень придирчиво относится, особенно к исполнению вокальных, хоровых произведений. Но, Лидия Александровна, я вам уже говорю как зритель, который много-много раз бывал у вас на концертах. И я замечаю, что коллектив ваш с каждым разом поет все лучше и лучше. Это не потому, что у вас сегодня юбилей, я хочу того что-то хорошее вам сказать. Нет, я на самом деле вам говорю. Не потому что, не что, это мы вами гордимся, Александровна. На самом деле профессионализм растет, мастерство растет, потому что вы очень ответственные люди сами по себе. Вообще педагоги – это, наверное, самый дисциплинированный народ, да, Юлия Ивановна? Потому что вы четко знаете время, начало, окончание, ответственность есть. Какое бы дело вам ни поручили, вы всегда знаете, как его выполнить. И вот эта ответственность, она всегда чувствуется в ваших выступлениях. Поэтому вы не можете выйти на сцену и не знать слова. Даже если что-то забыли немножко, вы знаете, как выкрутиться можно. Но тем не менее, это же надо все выучить, это надо все знать. И вот Лидия Александровна когда сказала сегодня о том, что сегодня здесь собрались люди, любители хорового искусства, а я так думаю, что не только хорового искусства, а прежде всего здесь люди сегодня, которые являются любителями, не любителями, почитателями вашего коллектива. Это те люди, которые всегда поддерживали вас, будут поддерживать и ходить на ваши концерты. И посмотрите, как их много. И какие достойные люди сегодня у нас в этом зале. Спасибо вам большое за то, поддерживаете наши творческие коллективы. Я очень рада, Лидия Александровна, что теперь вот, ну, неуспокоенный человек, не чтобы вот стоять и выслушивать. Нет, она там что-то шутит все время. Я очень рада, что вы теперь работаете при нашем межпоселенческом культурно-досуговом центре. Да? Марья Сергеевна, художественный руководитель, вот подтверждает, кивает мне. Она тоже согласна, потому что вы не просто хор ветеранов педагогического труда, вы еще и наш культурный хор. Да, очень культурный. И даже ваши костюмы, они подтверждают это. Не буду много говорить. То, что от души написано здесь, прочитайте. Конечно, коллектива бы не было, если бы не было вот этого неуспокойного человека. Кстати, хотела еще сказать, вот песню очень правильно спели в самом начале. Мне кажется, это вообще гимн вашего коллектива. Это да. Гимн учительства. Учительство. Но еще и вашего коллектива. Но мы его поем в одном, как-то, где бываем, да? Поздравим мы, скажем, что будьте богаты. Всем тем, что учителю, а если куда-то мы выезжаем в область, мы поем, всем тем, что калачится, чтобы весь калачился. Я же говорю патриоты. Если бы не Лидия Александровна, коллектива этого не было бы. Правильно? Потому что все равно руководитель определяет очень-очень много. Дорогая Лидия Александровна, я очень хочу, чтобы вы на протяжении еще многих лет радовали нас своим искусством, радовали своей неуспокоенностью,
спросить. Вот тот огонек, не только творчество, творческая жизнь, он всегда вас горит, он всегда радует нас и согревает своим теплом, своими песнями. Я с удовольствием вручаю вам почетную грамоту Комитета по культуре и искусству. Не только за многолетний добросовестный труд, это само собой понятно, и не только с юбилеем, а это наша благодарность за огромную-огромную работу, за все доброе, хорошее, что вы делаете для всех нас. Лидия Александровна является еще почетным деятелем культуры Калачинского района. Это высокая заслуженная награда. У нее свидетельство номер 2 после Геннадия Алексеевича, который у нас под номером 1 свидетельство. О, Лидия Александровна, следующее. Геннадий Алексеевич, вот, сегодня в этом праздник. Куда вы большое? Почетная грамота вам лично. Ну, а это наш небольшой подарок. Потом сами подумайте, что небольшой подарок. Потом тайна. Спасибо большое, Александровна. С огромным уважением. Да. Единственный, неповторимый. Да. Лена Александровна, большое спасибо вам еще. Я хочу сказать, что мы выступаем, и вообще мы существуем как творческий коллектив благодаря тому, что для нас всегда открыты двери. Я вот, как говорится, я говорю, написала, читаю, вот все, пропустила, что для нас всегда открыты двери, где? В родной музыкалке, библиотеках, музее, в нашем родном межпоселенческом культурном центре, центре традиционной культуры «Радость». И если бы этого не было, конечно бы, это не сложилось. Потому что я отдельно спасибо говорю великой своей ученице, директору музыкальной школы Лене Андреевне Беляевой, потому что, несмотря на всю нагрузку, которая здесь, да, в музыкальной школе, она все-таки ухитряется, она говорит, ну ладно, прорепетируйте. Понимаете, это дорогого стоит, правда, девочки? Давайте мы поаплодируем. А сейчас мы приоткроем первую страничку нашей биографии. Стихотворение Ольги Бергольц «Победа» читает Нина Чернова. Здравствуй, сердцем, совестью, дыханием, всею жизнью говорю тебе здравствуй, здравствуй. Пробил час свидания, светозарный час в людской судьбе. Ты прекраснее, чем нам мечталось, свет безмерный, слава, сила сил. Ты как день, когда земля рождалась, вся в заре, в сверкании светил. Ты цветеньем яблоневым белым осыпаешь землю с высоты. Ты отрадней песни колыбельной, полная надежды и мечты. Ты такая, ты пришла такая, ты дохнула в мир таким теплом. Нет, я слова для тебя не знаю. Ты победа, ты превыше слов. Не отдали ничего врагу.
следующую песню. Песню «Призыв», которую сочинили фронтовики, связисты, водители дороги жизни. Да, понимаете, какая дорога жизни? Эта песня «Ладога» посвящена именно им. Потому как Гитлер думал, что вот мы сейчас замкнем кольцо, да, вокруг Ленинграда, и все погибнут. И с какой вниманием каждую ночь вот связисты проверяли, замерзла ли Ладога, самое глубокое озеро в Европе, или не замерзла. И вот майор связи Петр Богданов написал стихи, а любители-музыканты Шелленберг и Краунберг сочинили мелодию. И уже во время вот этой блокады они пели. И какая песня. И сразу же вот эта вот картина встает перед нами. No, no.